им ничего не надо. Им надо просто влажность и полинять. Вот и все. То есть ничего особенного не делаем. Самочку назад потом, вымываешь хорошо контейнер или террариум или так далее, чтобы не пахло всеми остатками от родов. То есть должно быть хорошо вымыт. Ложишь ее обратно, свежей водички. Желательно на следующий день ей сразу предложить хорошую крысу покушать. И после этого ждешь, пока она полиняет. И все. На этом все. Потом откармливаешь, потому ну, что да. Девочка может быть истощенная после родов, если да. Она отказывалась есть все это время, например. Ей нужно восстановиться. Что следующее? Видела на Мортмарте сочетание с Nexus. Uh-huh. Что это за ген? Ну, это Nexus. Боафайл как бы вывел этот ген, обозвал его так. Доказывал. Ну, выглядит это приблизительно вот так. Мы еще не готовы ответить на этот вопрос. Надо сначала самим. Нам еще надо годик-два, чтобы ответить на вопрос, точнее, что это, для чего это, с чем это едят и так далее. Ребят, подождите немножко. Скоро будет ответ. Потому что сам Буафайл тоже до сих пор не может вам сказать, что такое Nexus. Как-то так. Ну, Nexus это выглядит вот так. Дай-ка. Сам? Могу и сам. Вот. Это просто форма сёдел такая интересная, которая передается бебикам. Ну и хвосты тоже. Ну и хвосты, да. Будем проверять, что это у нас тоже выпрыгнуло. Мы посмотрим, потом сможем сказать больше. Пока не готовы. А что-то просто рассказывать, просто чтобы рассказать, мы не любим. Как-то так. Вот это вот последнее принесло. Угу, я думаю. Следующий вопрос. Супер Сангу. Есть ли у меня Супер Сангу? Нет. Нет. Супер Хайпу Блат у тебя есть. Супер Сангу нет. Нет. Супер Сангу. Мы специально не делаем это, потому что, ну как бы. То будет, если гипы не будут. Нет смысла, иначе все бебики будут гипу, да, как минимум, это перебор. Possible Super Гипо Блат. Могу показать, но это максимально. Что супер гипо есть. Вот прям телефон. Видно? Я не вижу. Сейчас подожди. Да, отлично. Вот так супер видно. Угу. Да. Что, следующий вопросик. Чем кормите, кроме мышей или крыс? Там, птицей, кроликами? Вообще нет. Кроликами можно кормить. Кролики прикольная еда, если есть. Естественно, размеры правильные, если есть. Кролик это очень прикольно. Кролики в основном способствует это, диетическая еда способствует росту змеи, но не в ширину, а в длину. То есть хорошая еда, иногда можно, постоянно плохо. Лучше тогда иногда там кролика дал, потом раз 5-6 крысу, потом опять кролика, например. Но есть, конечно, экземпляры, как БЦЦ или там огромные колумбианцы, которым уже крысами не накормишь сильно. Тем уже идут кролики, но тогда один раз в 6-7-8 недель кролика, а не чаще. Потому, ну, подходящего размера, естественно, я имею в виду, потому что это перебор. Птицы не кормили ни разу, не собирались, думали перепелками пробовать, потому что не знали, будет ли достаточно крыс, но пока все хватает, то есть опыта с птицей нету совершенно. Zero. Да, что с ними? Просто поле написал zero. Просто zero? Просто написал, просто прочитали. Просто прочитали, да? Коль! Я думаю, мы ответили. Зеро. Ну, на глазки. Ну, только маму, только большую можно показать. Можно показать. Так, на камеру. Я чувствую, что начинает в шкурку, в линьку заходить. Не такой яркий, не такой контрастный. Да, как он должен быть. Можно маму показать. Если малыш жидко какает, ну, блин, что-то нехорошо. Может, вы кормили его лысыми мышками? Может такое быть. Покормите мышкой с волосами. Если не постоянно, то все нормально. Да, если это не постоянно иногда, то ничего страшного. Если постоянно, то что-то нарушено. Невозможно сказать, что. Вот так вот просто. То есть там смотреть надо. Часто встречали информацию о пользе, так и о вреде жесткого инбридинга для удавов. Да, Анастасия, вот интересно мне, где вы встречали эту информацию о вреде инбридинга?
кто это говорил и где доказательства этой информации? Вот мне интересно, потому что я сейчас просто специально это немножко утрирую, потому что это неправда. Змеи намного проще сделаны, чем... Не проще, а по-другому сделаны, чем люди, например, или там, я не знаю, собаки, кошки. Для них это совершенно не проблема. Доказано научно, как минимум 7-8-9 генераций прям непрерывного инбридинга друг за другом, без всяких проблем, нареканий или еще что-нибудь. Если с самого начала использованный экземпляр был с каким-то дефектиком, который был незаметен, то, естественно, будет типа инбридинг. Это будут называть инбридингом, на самом деле это просто дефект. Ошибка какая-либо, находящаяся в генетическом составе этого животного. Так, изначально. Тогда будут проблемы. Если нету ничего плохого, то как? Откуда? С воздуха, что ли? Ребят, смотрите, есть такой прикол Хок-Айленды, да, например, Хок-Айленды, все знают. Вы знаете вообще, сколько генераций Хок-Айленды спариваются на этом же острове, на одном и том же острове, друг с другом? Это, кстати, взрослая самка Зеро. Это его мама, этого малыша, которого вам показали. Хок-Айленды, они спариваются уже, не знаю, сколько столетий, тысячелетий, всю жизнь. То есть из одного и того же генопуля. То есть ген... И ничего, и все классно, никакого инбридинга нету, никаких проблем нету. Никто еще не выродился, не помню. Да, все там нормально. Короче, это очень любят говорить некоторые заводчики, чтобы... И очень любят при этом называть, вот это у меня выводок не связано с этой кровью, то есть другой крови. Если вы покупаете для спарринга, надо брать это и этой крови, чтобы... Откуда у него столько животных, не связанных крови, это он забывает сказать. Я скажу вам так, что это неправда. Вот просто... как проект это делать, да. Иначе, если тебе нужно? От слова неправда, потому что самое красивое животное ты можешь только достичь, если ты берешь наикрасивейшее с наикрасивейшим из одного выводка. Только тогда ты можешь сделать лучше. Если ты постоянно используешь другую кровь, у тебя никогда не будет прям экземпляра, который вау, сногсшибает. Ну, редко, редко. А этого и добиваются такие заводчики. Ну, просто они не дают новым новичкам шанса сделать прям очень-очень красиво. Потому что используют разные крови. Вот и все. Бэри Блад, сравнение с Блад, покажи, Кольк пишет. Нету в моей коллекции просто Блад. Рон Сан-Пьер Блад в моей коллекции не будет никогда. Ни бесплатно, ни за какие деньги. Это для меня несуществующее качество, которым я не буду работать никогда. Не могу показать. Тебе еще что? Может ли змея так и не привыкнуть к рукам? Конечно. А это не собака, это не кошка, это не ручное животное. Естественно, каждая змея имеет свой характер, у каждого свой подход. Она может не привыкнуть. Да, совершенно нормально. Удав стрыгивает крыс, а других коварит без проблем. Ну, Катя, это, я не знаю, может быть, когда был срыв, вы ответили. Я ответил на этот вопрос уже, но, наверное, был срыв как раз. Удав срыгивает крыс. Как быстро вы после срыгивания крыс кормите его опять? Горячий. Написал снижение производительности, закройте Google Chrome для охлаждения Мэка. Я просто поэтому с этого убрал. Как быстро после срыгивания вы кормите животное? Давайте ответьте мне на этот вопрос, потому что в этом, наверное, самая большая ошибка. А если действительно какая-то проблема с крысами, то есть он просто вот как-то плохо переваривает, то попробуйте дать размер, вот если мастомиса, например, 50 грамм берет без проблем, то дайте крысу 30 грамм. Попробуйте меньше начать. Ну, вначале ответьте мне, пожалуйста, на вопрос, как быстро после срыгивания вы кормите. Ирин, да, ну вот лысыми, поэтому жидко. Там нечего, еще нет ничего, чтобы как бы сделать жестко. Кормите не лысыми. Удав, вообще-то, есть только очень... Вот от этой маленькой девочки, которую мы показывали, вот тех придется, наверное, лысыми 2-3 раза покормить. А так удавов нету в природе, которых надо кормить лысыми. Они все достаточно... большие, чтобы съесть уже с пушком животное. Так что... Мы говорим про мышь. Да, мышь с пушком. Да, не крысу, а мышь с пушком. Возраст не для волосатых. Не бывает такого возраста. Еще раз говорю. Не бывает. Сколько грамм? Сколько грамм удав?
Скажите мне, сколько грамм удав быть не может, чтобы надо лысых давать. Где именно, уже не скажу, тогда он встречал эту инфу. Спасибо. Я просто знаю. Я знаю заводчиков, кто это пропагандирует. Я знаю, что это объявляется. На самом деле, они также занимаются интригием. Это невозможно иначе. И это ничего страшного от слова совсем. То есть здоровые животные спарят друг с другом, проблем никаких не будет хоть 50 раз. Вообще не вопрос. То есть только если какая-то ошибка уже была заранее, начинается, это приписывают альбиносам и так далее. Да вообще, когда говорят, что о, вот эта альбина не связана с этим, да все из одного произошли альбину. Кахло, если так уже взять. То есть как это не связано? Еще как связано? Есть, существуют у них ошибочки определенные. Любой морф это, в принципе, ошибка генетики. То есть, либо она беспроблемная, либо она с проблемами. Вот. У альбина есть линии, где замешались проблемные варианты. И их используют дальше, не зная этого. Поэтому потом говорят про инбридинг и про то, что это проблема. Нет, проблем на самом деле нету. Вот еще бывает проблема. Удав не хочет есть взрослых крыс категорически. Но берет только бегунком. Ну, давать по 5-6 бегунков? Нет, я бы не дал. Почему? То есть это как он не хочет? Дайте поголодать. Да. Зажрался. Дайте поголодать удаву. Если надо, и 2-3 месяца. Какие проблемы? И предлагайте каждые пару недель крысу правильного размера. Оставьте ее лежать у него. На ночь в темноте, да, без проблем. То есть не может быть. Если он берет, удав должен брать. После стыга прошел месяц, покормила 2 раза мышами, интервал 2,5 недели. Сварила, потом дала крысенка, 15 грамм, снова плюнула через 3 дня. Странно, очень странно. Месяц после стыга нормально, это уже хорошо, молодец, правильно. Блин, это очень странно. Не знаю, не могу тебе сказать, Кать. Действительно, то есть тут надо посмотреть, может быть, переждать, перерастет этот период. Да, чтобы перерос период. Потому что пока вот маленький, если справляешься мышами и мастомисами, то корми ими дальше, пока не вырастет до того момента, когда мастомисы станут маленькими. И попробуй еще раз небольшую крысу. Вот я бы сделал так. У нас мадама тоже не хочет? Да, у нас есть одна мадама, она тоже не хочет. Вот только мастомисы. Причем? Она берет только мастомисы. Только даже живое? Мышь. И только живое, да. Никакая крыса, никакая мышь. Голодовали ее уже до 4 месяцев. Да. 5 месяцев, да. Месяцев 5, нет. Живого мастомиса даешь, без проблем, все. То есть пока что будем просто ждать, пока перерастет этот возраст. Может ли самка или самец подраться при попытке разведения? Если в комнате крысами пахнет. Только в этом случае я могу себе представить. Мальчики, может быть, когда вы имеете в виду, если там... Да нет, в любом случае, удавы не дерутся друг с другом. Только если что-то было сделано не так. Пахнет кормом, при этом неправильное там какое-то дергание произошло. Движение, да, и они их интуитивно могли схватить. Если не пахнет кормом, или до этого не кормилось второе животное, у нее на теле нету никаких запахов кормления, то в принципе такого быть не может. То есть это не может от слова совсем, я не скажу, но 99,9% нет. То есть никогда не знаешь, всегда что-то может произойти, но это не стандарт. 60 грамм, Ирин, вы спокойно можете давать ему мышку 10-15 грамм, а они уже с пушком. В любом случае, они уже с волосами. 10 грамм мышка в любом случае с волосами. Так что вообще не парьтесь. Кать, действительно, я бы тогда... Кормите мастомисами пока что. Дайте ей Может проблем, может кишечник слабовастенький, может не хочет, не перевариваются они ей. Черт его знает, разные факторы, вовнутрь заглянуть очень сложно. То, что рабочая схема есть, придерживаемся тогда рабочей схемы, пока не перерастет немножко этот возраст. То есть там полгода, год, например. Как-то так. А мертвое или живое есть? А, Катя, мертвое или живое? Ладно, вот такая проблема, и не ел по 2+ месяца, и лежал на ночь только бегунков, не понимаю, что делать. Это вообще интересно. Я вот еще не сталкивался у удавов
Хотя у меня тысячи уже. Может быть, крысы из одной партии, если замороженные с крысами, что-то не так с самим кормом, с этой партией, что на их срыгивает. Может быть. Нет, он сейчас другой вопрос говорит. Только бегунков кушать, побольше вариант не берет. Я отвечаю параллельно всем уже на разнобой. Я вообще не встречал еще такого удава, который не взял бы другого размера, просто из-за размера. Вот, вообще непонятно. Не знаю, в чем это связано. Ну, а разрыв между бегунками и тем, что ты даешь следующее, сколько грамм приблизительно, то, что он не берет уже. Супер ИМГ, нету супер ИМГ, Александр Сергеевич, супер ИМГ нету. ИМГ доминантный ген, никодоминантный, доминантный ген передается вот, ИМГ и все. Вот. Как ни смотри, спаривая ИМГ с ИМГ, будет все равно только ИМГ. Супер ИМГ нету. Заморозка и предубитая, живых не даю, корм весь мой. Блин, я не знаю. Действительно странно, Кать, очень странно. Это из разряда очевидно невероятное, да. Очень странно. Ну, я бы сделал так, как я сказал. Пользуйся дальше мышами и мастомисами, пока не перерастет немножко этот возраст. Вот как-то так. Редко такое, да, бывают всякие вещи, бывают. Вы понимаете, ребят, у змей может быть все. Все, что и у людей бывает. То есть вплоть до гепатита и, ну, прям вот просто все может у них быть. Поэтому, как бы, нету такого рекомендации, вот такая ситуация действует вот тут. Нету. Это все очень индивидуально. Я могу только по своему опыту сказать, если он такой был, я расскажу, естественно. Если этого не было, я также это скажу. И, как бы, сказать, что я сделал бы, если бы это было у меня. Вот как-то так. Вот. Кого ждете из бебиков? Я никогда не говорю о том, что будет до того, как это родилось. Вот это один из принципов. Всегда так. То, что я вначале думал, что не будет ни одного выводка, но после такого переезда, как бы, все равно будут. Будет мало для меня, там, не знаю, может, 4, 5, 6, но выводки будут. Чуть-чуть подождите, скоро увидим. Вот когда родятся, тогда буду показывать. Я не люблю говорить на нерожденных бебиках. Самку после родов повторно ссаживаете через какое время? Если самки... Каждая самка тоже индивидуально переносит роды. Индивидуально восстанавливается. То есть нету такого параметра, как бы вот стандарт. То есть я смотрю на самку. Если она отлично восстановилась, в отличной форме, прям вообще молодчинка, выглядит как будто и не рожала, то да, можно и второй сезон подряд. Третий уже не очень рекомендуется. Лучше тогда медленнее опять ее восстановить, дать ей один сезон передыха. То есть немножко отдохнуть от этого всего, потому что бебики высасывают изнутри конкретно. Есть самки, которые очень трудно переносят роды, и их прям бебики прям изнутри прям разрывают конкретно, там, высасывают всю силу. Таким самкам больше одного года подряд, естественно, спариваться нельзя. Им надо отдохнуть один год, потом еще раз. То есть, ну, это очень индивидуально. 3 года подряд мы не делаем, потому что, ну, я считаю это вообще неправильным. Знаю от знакомых и друзей, что это чаще всего заканчивается очень плохо для этой самки. И очень плохо, уже выводок уже в 3-м году уже, ну, никакой. Бегунок около 70 грамм, взрослый около 200. А, не, ну смотри, тут конечно, Влад, не забывай, что удав видит очень хорошо. И он понимает визуально, что ему 200 грамм, как бы ему кажется много. Так, это в 2, почти в 3 раза. Это он видит. Дай ему 100 грамм, 120. Там 140, посмотри, что будет. Потому что сразу, да, это слишком большой прыжок. Он это видит, ему это не нравится. Это может его остановить. Да. Окей, а корм, если 200 грамм, то мальчику сколько весит? Мальчик 1,2 килограмма, вообще 200 грамм перебор. Если да, на то пошло. Перебор. Он точно знает, что да, он съест. Точно знает, что для него это перебор, Влад. Поэтому мальчику такого веса, ну, 100 грамм это за глаза. Так что за глаза. Вопрос про Bug Eyes. Ой, я не успел. У альбиносов.
Вопрос про Buck Eyes у альбиносов, опять же, инфа разная. Ну, да, да, это бывает у альбина, вот эти выпученные глаза, но это уже линия, уже чем-то засрано, скажем так. Естественно, тут будет, как бы, будут говорить, что это инбридинг из-за этого. Нет, на самом деле, это просто проблема, которая в другом месте уже была, и ее просто пустили в разведение. Потому что в природе бы там определенные животные бы не выжили, а, естественно, у нас по домам все хотят вытащить, и вытаскивают, и используют. И ну, это уже претензии к тем людям, которые изначально использовали нехороших животных. Вот, как-то так. Что там следующее? Было много, потому что... Встречался ли у вас папилломавирус? Папилломавирус? Нет. 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 Змей нет у нас, да? Нет, у змей не было еще. Нет, вирусы в любом случае живут, и в змеях тоже. Да. Но если у человека он как-то проявляется внешне, это может быть и какая-то вот эта висюлечка на коже, это может у змея это может не проявляться, да. Ты можешь это не он видеть. Он может сидеть внутри и может просто разлагать внутренние органы каким-то образом. Ты снаружи его не увидишь. Да так оно есть, да. Хотя вот эта вот растянутая кожа иногда, которая непонятно почему воспаленная. Может быть. Ты не можешь соотнести, вот что вот это вот точно папиллома. Ты, да, ты не можешь сказать, вот, что вот это точно это. Потому что ты только видишь, что что-то не так. Ты на анализы угрохаешь кучу денег у врача, и змею не спасешь, все равно смысла нет. Что там следующее? Потому что у меня уже слишком много пришло. Еще вопрос, как вы подготавливаете самок с пальмами? На этот вопрос я отвечал уже очень много раз. Ребят, посмотрите, пожалуйста, предыдущие эфиры. Там очень много полезного. Такие вопросы я отвечал уже, я не знаю, прям, ну не знаю, раз 20, наверное, в предыдущих эфирах. Поэтому... Ну, коротко скажи два слова и все. Коротко, есть два варианта. Заморачиваться или не заморачиваться. Оба варианта рабочие. Большая часть людей не заморачивается, просто как природа дает, что, например, к зиме начинает холодать, и они это чувствуют, и просто не заморачиваются, ничего не делают, а подсаживают самца. Все. Можно... Пару градусов температуры снизить на месяц-два. У мальчиков самое главное, у девочек тоже можно, но у мальчиков важнее. А и девочкам, ну, пару кормлений больше перед спариванием. У меня самолеты летают, да. Да у нас тут защита. Че? У нас защищают, это мои личные. Вопрос от Эдуарда. Я не понимаю. Приветствую, Гарри. Как насчет самцов, как на них влияют половые отношения? Ну я понимаю. Самец может, образно говоря, себя затрахать насмерть. Сам себя? Да, сам себя. Он занимается этим. Нет, ну он, короче, может настолько заработаться, что забывает кушать и пить. У нас был даже такой случай, самец забыл пить. И у него просто высохли почки. Когда мы еще разбирались во всех причинах смертей и возили на все абдукции, как называется? Да. На вскрытие. Вскрытие, правильно. Для выяснения причин. Вот однажды был такой случай, что у мальчика просто были почки иссушенные, он просто не пил. Да, просто не пил. Так что такое бывает, самцы это могут, самцам надо иногда дать отдохнуть немножко. Если он прям перебарщивает, надо отдохнуть. Есть какие-то еще летальные морфы, помимо супермотли? Есть. Есть. Ну, супермотли это прям вот... Ну, я никогда не буду приветствовать, никогда не буду видеть всерьез, как бридера, человека, который специально делает спаривание мотли на мотли. Кто бы это ни был в этом мире, без разницы. Это очень несерьезные... Очень редиска, плохой человек, скажем так. Нельзя это делать, зная, что это прям, ну блин, ну бедные животные. Зачем их специально мучить? То есть не принимаю это всерьез никогда. В Европе это еще сильнее развито. То есть таких прям, кто это делает специально, их прям в блэк-лист вносят. И как бы серьезный заводчик уже с таким никогда не будет иметь дело. Вот как-то так. То есть это летально. Есть еще одна комбинация Супер Ацтек. Тоже нехорошо. Не я проверил лично. Очень красивый. Потому, проблема в том, что была информация, что вроде бы нет.
А Боб Потс, изобретатель ацтеков или открыватель ацтеков, говорил, но он как-то все это как-то размазано было, как без доказательств и так далее. Без доказательств, еще раз повторяю, для меня это как бы не существует. Я сделал доказательства для себя сам, спарил ацтек на ацтек, и было очень много супер ацтеков. Блин, ребята, красивые, слов нет. Там летальность не в том, что они, как у Супер Мотли, мускулатура, голова и так далее. Они выглядят прям все классно. На первый взгляд идеальные. У них, они как будто у них нету мозгов от слова совсем. Они неконтролируемо прям перекрутят голову, у них все вот так вот, вот так вот, вот так вот, могут вертеться, как червяки на крючке, короче, прям вот капец просто. То есть ведут себя страшно, если смотришь, очень страшно. Поэтому лучше не делать. Будет ли разница в темпе роста между чистыми Berry Blood и Berry Blood Got Albino? Да, может, конечно, Антон. Конечно. Чисто Berry Blood — это вообще ультра-централь-американец. Они маленькие. Если там присутствует колумбианская кровь Got Albino, да, он может быть больше. Но я бы не советовал его раскармливать как колумбианца. Но сам по себе он может расти немножко больше. Да. Как определить визуально наличие гет-леопарда на Мотли? На Мотли? Но на Мотли это вообще легко. В основном гет-леопард на Мотли делает страйпа. В основном. Я сейчас покажу гет-леопарда без страйпа. Но не всегда. Не всегда. Поэтому, ребят, как определить наличие? Мне не хотелось бы в открытый эфир выносить прям вот все секреты, которые существуют. Вот это, например... 100% гет-леопард. Да. Мотли гет-леопард. Без полного страйпа. То есть бывает всяко. Вот мы точно можем сказать, что это 100%. Если спаривание идет мотли на гет-леопард, и люди пользуются этим страйпом, что определить, что вот это вот точно... То можно обломаться. Вообще не факт. Да, можно обломаться. Вот доказательство тому. Ну, действительно, не хочу я выносить все секреты распознавания, потому что для меня для этого ушло много-много лет, много-много спаривания. Я бы прямо вот в открытый эфир не хотел бы все раздавать. Потому что, как бы, вот это в этом и разница. Пройдешь. В этом и разница. Зиблинги визуально значительно различны. Зиблинги? Нет, но они не могут быть тогда... Ты понимаешь, если они сиблинги, Антон, то у обоих присутствует колумбианская кровь при спаривании. Даже если не присутствует Get Albino. То есть там уже смешанная кровь сама по себе. Поэтому как они... А то, что ты имеешь в виду, что они очень разные визуально, тут без разницы. Смотри, какие морфы замешаны внутри, конечно. Нет. В одном выводке могут быть совершенно разными по размеру. Потому что, ребят, это они удавы животные. Это не инкубатор какой-то штампованных клонов, да, которые должны быть вот такого размера все. Нет, вы что? Это люди. Ну вот смотрите, даже если у человека, у пары будут 10 детей, да, например, я вам гарантию даю, что все 10 не будут одинакового роста, одинакового веса и так далее. Это гарантия. Так же и здесь. Это не может быть прям вот один в один. Поэтому они, конечно, разные. Ничего страшного. Все хорошо. Пока они здоровые, все классно. Виктор Гончаров. Почему супермод летали? Ну, это проверено уже сотни раз, тысячи раз. Просто вот с комбинацией этих двух генов на одном аллеле... Вот нехорошо, вот плохо. Даже если они не летальны, они выглядят очень нездорово. Да, даже если они выживут пару лет. С мускулатурой шеи, с очень узкими головами костлявыми. Они выглядят больно уже с рождения. Это очень некрасиво. Прям некрасиво и больно. Это уже столько раз пробовали разные гены замешать, разные допы замешать. И всегда одно и то же. То есть я знаю, что в России есть пару человек, которые думают, что они умнее всего мира. И как бы вот они сделают это совсем-совсем по-другому. Ну нет. 20, 30, 50 людей до них делали то же самое. И каждый раз одинаковым
исходом. То есть невозможно заново изобресть колесо. А некоторые русские думают, что они это могут. Нет, не могут. Нет. Я просто красавца хочу показать. РЛТ Блада. Да, вот есть такие. Видно? Покажи сейчас, я еще не вижу. Очень, очень темный товарищ. Нет, воблер тут вообще ни при чем. В удавов воблер это не очень-то присутствует. У супермотли точно нет. Они просто слабые. Они просто летальные по их генетической комбинации. Вот и все. А насколько лучше снизить температуру или вообще отключить точку прогрева? Температура в помещении 26-27 градусов. Ну, если 26-27 градусов в помещении, даже ночью, тогда можешь отключить на ночь, но не на день. То есть ночью можешь отключить, тогда хватает. Да. Как различить Leo Get Berry Blood и просто Leo Berry Blood? Ну, Елизавета, нету еще Leo Berry Blood. Вот, нету. Leo Get Berry Blood различить как... Допускаем, что проблематично. Проблематично, может быть проблематично. Надо сравнивать весь выводок и смотреть, кто из них тебе вот прям бросается в глаза. То есть отличается. Тут этой комбинации просто еще не существует. Поэтому невозможно сказать, как это будет. Мы сейчас ждем спаривания с Berry Blood и с Пантерой. Вот, то есть уже визуалов. Дабл гетов мы сделали почти 4 года назад. Вот, и сейчас ждем первых визуалов. То есть больше будет в следующем году даже. Сейчас только одна девочка, а в следующем году уже 3-4 мы можем, ну, чтобы сравнение было. И тогда будем посмотреть и сможем что-нибудь сказать. Не можем сейчас вот прям с уверенностью это ответить. Все, что в мире до сих пор существующее на данный момент, не с Berry Blood'ом. Это точно. И не очень убедительно. И там много вопросов и к леопарду, который был использован. Короче, вообще пока что убедительного ничего я не видел. Поэтому какие интересные сочетания можно вывести с Sunset? Ну, как вам сказать? С Sunset'ом не работаем. Hawk Island для меня в своей натуральной форме самое красивое, как оно есть. Я с Sunset'ами никогда не работал, поэтому не могу сказать, какие интересные сочетания. Sunset это на Бладе... не впечатляет, очень слабенько. Это же просто гиппо с кровью Хок-Айленд. Гиппокросс. То есть, да. Который дает визуальное изменение. Да. Это все, они сами по себе симпатичные все очень. Все просторы открыты, с чем угодно. Делайте все, можно. Что угодно. Надо посмотреть, что это будет. Сам Sunset, он красивый, он очень красивый. Почему бы нет? То есть, можно делать все, что угодно. Я думаю, что здесь как бы нет... Рецессивную кинетику нет, совершать можно какую-нибудь цветовую, да. Кодоминантную, это... Можно ли будет к вам обращаться за помощью в опознавании морф новорожденных удавчиков? Ну, блин, Анна, это очень сложно. По фото или видео распознавать морфы. Потому что мы очень избалованы или избалованы в наших генетических сочетаниях. Потому что используем всегда, ну, пытаемся брать самое-самое лучшее, что существует для спаривания. Есть часто... используется для спаривания, ну, скажем так, то, что было. И мне иногда очень трудно увидеть, даже я иногда даже гиппо в животных не замечаю у некоторых людей на первый взгляд, потому что даже не обращаю на это внимания, потому что это очень слабо выраженное, прям вот чуть-чуть, я даже как бы пролетаю прям взглядом и могу не опознать, потому что просто избалованный прям в ужас. Ну и плюс фотографии тоже. Да, плюс... Же... Много, очень часто есть запросы, скидывают фотку, кто это по морфе. Блин. Да, это очень трудно. Это не серьезно, ребят. Опознавать просто по фотке, что это за морф. То есть надо знать обязательно, кто родители, кто там, даже желательно и бабушка, дедушка, чтобы как-то понимать, что где к чему. Да. Уже, тут надо подсоединить заряд. Скоро закончится заряд. Ну, оно уже эфир 2 часа. Да, уже 2 часа эфира. Мы сейчас посмотрим. Да, потихоньку надо заканчивать. Так, можно... Если прям вообще никак, Анна, если, то есть прям вот различить, может, там при спорном вопросе, ну, спросите. Только если вдруг будет очень сложно на фотографии, не обижайтесь, пожалуйста. Так спрашивал, не спрашивайте. Да, пожалуйста, не спрашивайте про Russian T+, потому что не разбираюсь, потому что это не видно. Все вопросы к заводчикам. Да. А у Скори нет воблера?
в некоторых скоре есть Старгейзе. Но тут единственный вариант такой, что как бы им это не мешает. Я вам скажу так, вот у этой нету, у моей. Что заметно, что она очень, вот прям гипервзволнована, когда чувствует, что ее сейчас будут кормить. И может первый удар как бы немножко скосить, но сразу второй корректирует точно. И хватает прям как доктор прописал. То есть она очень взволнована, она прям у нее очень-очень много прям кайфует, потому что еда. И вот на фоне этого может быть гипореакция иногда. Но вот воблера нету, слава богу. Поэтому это у них, некоторых раньше было, но вот у этой нет. Как определить сквертель на леопарде? Путем видимости. Как? На леопарде или на готовом? На готовом леопарде. Ну, сложно. Я думаю, что это не так просто, потому что сквертел это полигенетическая морфа. Начинается. Сейчас начнут спрашивать, что такое полигенетическое. Ребят, на это можно делать отдельный стрим, если что. Давайте что это такое? Да, вот я их не хочу. Про сандрэгона и про реддрэгона. Я их не хочу дергать, потому что они недавно поели. Это Red Dragon. Подросток Red Dragon. А это Sun Dragon. Да, сейчас Sun будет следующее. Это РЛТ, по-моему? Или нет, это просто Sun. Sun. Да. Просто Sun. Не видно, не отсвечивает. Вот так. Если террари не использует РЛТ подсветку, как мешает ли яркое освещение? Или им все равно? Ну да, им все равно. Подсветка это нам, людям. Им вообще-то как не мешает. Если на ночь отключается... Скан такой, сканирует. Все хорошо, то есть им пофигу. Лет это или не лет. Ну да, он все равно. Это людям не все равно. Как всегда, very good. Спасибо, спасибо, Коля. Не садись. Ну вот они разные, Анастасия, они разные. А откуда у вас скорее, если не секрет? Из какого питомника? То есть тут тоже разница есть, кто разводил. А у некоторых это прям присутствует, у некоторых это уже несколько генераций не присутствует. Естественно, у бебиков, там где не было у родителей, естественно, будет этого тоже меньше или вообще будет отсутствовать. Потому что это все передается. Но... Как бы, ну, не так страшным кажется на данный момент это, вот у скории особенно. Но желательно, конечно, чтобы не было. Но вот возбуждение у них, да, дает такое. Что хочешь показать? РЛТ Дракошу? Да. Ну, блин, как-то... Тут надо вживую видеть, если честно. Давайте я посмотрю. Ну-ка на черный положи. Я нормально показала перед камерой. А, перед камерой было нормально, да? РЛТ Дракоша. Света не хватает на то. Чехия, Роман Крис. Да. Его первые, насколько я помню, были привезены из Канады. Насколько я помню. Ну, я знаю Романа. Трудно сказать. Естественно, посмотри, как это с возрастом идет. Или они у тебя уже повзрослее. Трудно, надо смотреть. Ну, скорее вот я бы этим не так сильно бы прям был бы озабочен, потому что у них это может присутствовать, особенно при бешеном возбуждении. Вот у них такое бывает. У этой, у моей нету, слава богу. А у Роман вроде бы у него было все нормально. Я не совсем помню, надо подумать. Я уже немножко подзабыл. Кто есть что? Помоги. Что там? Так. Да, это красиво, да, ребят, спасибо, да. Это вживую это еще красивее, я вам честно скажу. Да. Про стерлинг. Ну, что такое? Вы у меня воруете башмаки, ну вы вообще оборзели, ребят. Ты не свои одел. Да нет, я свои одел. Стерлинг. Стерлинг это ген. Рецессивный ген. Как его получить, и имея его. Стерлинг очень похож
вернее, Zero немного похожа на Sterling. Sterling более бесцветный, беспеттерный, без... У меня нету. То есть мне Zero нравится намного больше, потому что там больше контраста, больше цвета и так далее. Они могут быть даже компатибельны. Надо посмотреть, надо проверить. Не было еще такой возможности, потому что у меня отсутствует. Стерлинг, мне никогда как бы не было еще таких экземпляров Стерлинга, которые бы меня прям вау. Да, симпатично, да, прикольно. Ты еще не примерял. Да, но у меня это как-то пока... Было много возможностей поменяться, но пока что не было ни одного экземпляра, который бы меня прям вау бы вкинул. Поэтому никогда не задачивался этим. И проверкой тоже пока что еще не озадачивался. Но это, вы понимаете, ребят, да, на вкус и цвет товарища нет. То есть одному нравится Стерлинг, другому нравится Zero, третьему нравится и то, и другое. Тут как бы все окей. Как бы имеет место быть. Одна как раз... Нравится, не нравится. Бэгайс, один шарп, бочегота. Так... Ах, они еще и с шарпами. Блин, ну вот если у вас Скория еще с шарпами, я, конечно, пас полный. Шарпов не... Ну, блин, не... Очень много проблем с шарпами. Очень много. У меня отключился, кстати, этот. Я вопрос уже не вижу. С шарпами прям, ну, вообще, было очень много проблем. Особенно именно с Чехией, с Польшей и так далее. Оттуда вышли первые ИБД и так далее, и так далее. Все это взаимосвязано. Я никогда не лез поэтому в шарпов. От слова совсем. Горячий. А тут еще и шарпы со Скорией. Я, блин, ну, я надеюсь, что все хорошо. Ну, а зачем вы взяли себе с плохими глазами? Я бы никогда не взял. Ну, тут, понимаете, если вы изначально уже берете немножко нехорошее животное с дефектами определенными. Есть дефекты, которые передаются. Есть дефекты, которые... Вот в этом. Эфир. Так, ребята, что-то случилось, прервался эфир, наверное, либо двухчасовой лимит какой-то, либо я не знаю. Просто записываю тогда еще последнее то, что я хотел сказать, мысль. Есть генетические ошибки, которые передаются, есть просто ошибки у животного, которые либо не доказаны еще, либо нет проблем. Это разные вещи, то есть вот Buck Eyes, это точно проблемно и точно генетический уровень. Это уже доказано. То есть зачем, если вы берете сразу с первоначально животные с такими ошибками, которые доказаны уже, что они ошибочные, а что вы ожидаете получить в потомстве? Это не может быть идеальным. Это уже с самого начала обречено в определенное русло, что это будут проблемы. То есть все бебики будут с проблемами. Скрытыми проблемами или с открытыми, это еще вопрос. Даже с скрытыми на рецессивном гетовом уровне, потом если будете их продавать, то есть они могут дальше уже опять выскочить. И потом вот непонятно, откуда эти проблемы. Ну понятно, потому что первоначальный источник использовал уже проблемных животных. Вот. Будьте осторожны с такими вещами, потому что это не есть залог хорошего спаривания. То есть с самого начала. Есть там какие-то нюансы, я не знаю, у животных даже сейчас... которые не передаются так. Это, они больше связаны с каким-то... Как у людей. Есть какие-нибудь там, я не знаю. Какая-то аномалия небольшая. Да я пытаюсь вспомнить. Например, точно мы знаем, что кники на хвостах, поломанные хвосты, да, что это передается генетически. Это мы знаем. Это мы проверяли. Buck Eyes тоже известно. Проверяются. Я не знаю, Даш. Надо подумать. Но в любом случае, будьте осторожны. Зная такие вещи, брать это сразу в разведение. Вот. Так. Я думаю, что... Не знаю. Потому что последнее мы не видели, уже не успели. Вопросы для следующего стрима. Это сложно будет, да. Я надеюсь, вам понравилось. Я надеюсь, вам понравились животные, которых вы видели. В принципе, комбинаций у нас очень много разнейших. Для любого кошелька, для любого назначения, для любого проекта и так далее. Спрашивайте, обращайтесь. Если что, да, я, наверное, это единственные животные, такая большая коллекция, завезенная официально в Россию. То есть я сейчас буду еще смотреть, как сделать
хочу для животных, для продаваемых делать. Собираетесь ли вы выставляться на рептилиями или читать лекции? Выставляться в любом случае будем. У нас лекции там здесь лекции, мне кажется, я тут уже достаточно считаю. У нас же там еще, да, даже есть столы забронированные, да, оплаченные. То есть посмотрим, найдем мы это или нет. Но в любом случае, да, на рептилиуме в Москве мы будем. Да, в Питер не поедем. В Питер это далековастенько. В Москве мы будем. Кстати, вот сегодня там или что-то, или на следующий выходных. Наверное, да, сейчас как раз в Питере. С удовольствием бы, но далеко, с животными так далеко ехать неохота. В Москве будем оставляться. Да, это точно. В любом случае, мы будем, я сейчас буду смотреть, как это официальные... В любом случае, животные, купленные отсюда, имеют официальные... Статус. Статус, то, что разведенные в неволе и так далее, и так далее. То есть, они уже... можно доказать официальное происхождение и так далее. То есть это очень прикольно. Бумаги, их можно, да, можно будет сделать. То есть это большое, я думаю, большой плюс. Ребят, да, эфир действительно уже был долго. Всем спасибо. Готовьте вопросы на следующий раз. Да, готовьте себе, записывайте вопросы. Если что-то очень срочное, пишите в личке и так далее. Обращайтесь. Всем пока.